Развитие и перспективы перинатальной диагностики обсудили в Караганде. В родильном доме проходит цикл обучающих программ, на которых с караганинскими медиками делятся опытом по перинатальному уходу за роженицами. В качестве преподавателя приглашены ведущие специалисты из Вильнюса. В рамках курса повышения квалификации врачей были затронуты такие темы, как диагностика во время беременности, значение ультрасонографического исследования в оценке анатомии плода и многое другое. Подчеркнуто особое значение перинатального скрининга. Большое внимание уделено обсуждению стандартов исполнения ультразвукового исследования. Целью данного обучения врачей является повышение качества оказания медицинских услуг, что в свою очередь снизит показатели материнской и младенческой смертности. В рамках курса были обучены врачи-акушеры-гинекологи, специалисты ультразвуковой диагностики. Мы всю эту неделю делимся опытом по перинатальному уходу за роженицами. С анестезиологической стороны мы изучаем алгоритмы, рекомендации европейские, мировые стандарты. Делимся опытом. Организаторы семинара выразили уверенность, что такие тренинги будут чрезвычайно полезны для практикующих медиков Карагандинской области. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский.